Друзья, мир вам! Хочу сегодня поделиться словом. Это послание к Ефесянам, 6 глава, 13 стих. И апостол Павел, он говорит, что мы призваны, и мы должны принять все оружие Божие, чтобы, ну, в день злой, чтобы мы могли противостоять и все преодолев устоять. То есть это очень важно. И кто-то делает ударение там именно на злом дне, но я бы хотел сделать ударение, что нам Господь Бог, Писание, мы видим, что нам дано все оружие, и хорошо бы было, чтобы мы нашли время, чтобы мы прочитали, что за все оружие Писание дает нам. И он говорит, чтобы мы все могли, преодолев, устоять. То есть Писание, оно подразумевает то, что Бог, он наделил нас всем необходимым, всеми способностями, всеми силами, чтобы проходить любые обстоятельства и любые ситуации, с которыми мы сталкиваемся. И когда мы используем это, когда мы не идем своими силами, а когда мы идем Его благодатью и принимая Его всеоружие, тогда мы спокойно можем это проходить. Это мое пожелание, мое слово для вас. В каком бы периоде вы ни были, помните, это важно для каждого из нас. Благословений вам и вашим домам.